190 случаев мошеннических звонков клиентам с подменой банковских номеров зафиксировали за июль-август операторы связи. Об этом заявили в Центробанке, отмечая, что эта статистика не показывает, сколько именно жалоб поступило от клиентов. При этом регулятор отмечает, что такие случаи коснулись широкого круга кредитных организаций. Несмотря на это, на сигналы реагируют не все сотовые компании. Иногда они просто бездействуют, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в законе о связи. Однако некоторые операторы пояснили, что многие из поступивших летом сообщений ЦБ были технически некорректны. Дескать, в ряде примеров в списке предоставленных для блокировки номеров были указаны те, которые банки действительно используют для исходящих звонков. Их блокировка привела бы к тому, что кредитные организации не смогли бы связаться с клиентами, объясняют свои бездействия сотовики.